Всем привет, это обзор от Mob.ua и я Трэш. Сегодня мы рассмотрим игру под названием Godfire – Восстание Прометея. Это невероятный экшен, выполненный в лучших традициях God of War и Darksiders. Прометею, главному протагонисту игры, предстоит найти искру божественного огня и спасти человечество от уничтожения богов. Согласно легендам, именно Прометей вылепил людей из земли и является защитником человечества от произвола богов, что дает ему право занять почетное место на Аллее богов. В арсенале героя будет сотня доспехов и десятки приемов, которые будут улучшаться и пополняться по мере путешествия. Давайте рассмотрим основные из них. В игре присутствует динамичная система боя, что даст свободно перемещаться во время сражения за счет кнопки переката. Именно она будет спасать вас от сильных противников, игнорирующих щит. Кнопка защиты хорошо помогает против серии ударов основной армии врага и впоследствии будет иметь контрудар для молниеносного ответа нападающему. Титанический гнев отнимает у Прометея шкалу ярости, обездвиживает врагов в небольшом радиусе и наносит урон. При комбинации кнопок быстрой и сильной атаки вы сможете выполнять сокрушительное комбо и тем самым регулировать стиль боя против разного типа врагов. Если неподалеку находится враг в предсмертном состоянии, в боевом меню появляется дополнительная кнопка финишной атаки, позволяющая эффективно добить противника или нанести сокрушительный урон боссам. Сейчас именно этим приемом Прометей выкалывает циклопу глаз, уравнивая шансы на победу. Один глаз хорошо, но два лучше. Помимо блестящей боевой системы, Godfire может похвастать великолепным дизайном, ультрасовременной графикой и грандиозным сюжетом, выводящим Android игры на совершенно новый уровень. Игра условно бесплатна, а решение о покупке легендарных предметов зависит только от вас. Все это делает Godfire Восстание Прометея настоящим подарком богов. На сегодняшний день это все. Подписывайся на канал, вступай в группу и ставь палец вверх. Это был обзор от Mob.ua.